Привет. Мысли и чувства партнера сегодня. Тот день, когда вы нашли видео. И что думает о вас человек, о котором вы все время думаете? И как он будет действовать? На картах Таро. Видео актуально тогда, когда вы его нашли. Загадывайте своего человека. На дне у колоды у нас карта Сила. Это означает, что расклад будет сильный, многое прояснит. И во многом вам поможет, конечно. Итак, вначале мы посмотрим, кто вы и он по мнению высших сил. Чтобы узнать себя глубже. Вы. Четверка чаш. И двойка меча. Смотрите, четверка чаш говорит о том, что вы готовы или к примирению, или к новым отношениям. Вы готовы к любви. Вы готовы к чему-то хорошему. Это очень хорошая карта, четверка чаш. То есть это ваше желание переступить через какие-то обиды, прошлые удачи или неудачи, двигаться дальше, находить себе какое-то счастливое будущее. Это хорошо, но вместе с тем у вас есть много опасений, страхов. Вас кто-то очень сильно обидел. Двойка меча с двух сторон, какие-то неприятности. Это могут быть третьи лица, которые вам препятствовали. Кто-то, кто хотел навредить вашим отношениям. В общем, такие всякие перипетии судьбы. Вы недавно перенесли какие-то испытания. А он? Кто он, по мнению высших сил? Император. Он император. И пятерка меча. Ну, здесь все видно. Но я про императора через секунду скажу. Если у вас двойка меча, а у него пятерка меча, значит, у вас был спор. Скорее всего, у некоторых так проиграется. И он был виноват в этом споре. Он вас обидел. Потому что он в 5 раз сказал больше грубого или сделал нехорошего, чем вы. Ну, вы, может, тоже где-то его и обидели, но он заслужил это, да? Потому что пятерка меча, у него карта, она более грубая. И он император, так что он вот уверен в своей правоте. Здорово он вам жизнь подпортил и до сих пор считает себя императором. Это старший аркан. Человек этот вам по судьбе, это точно. Ну, знаете, мне не хочется сказать, что вам по судьбе плохой человек. Не то чтобы он плохой, но нелегкий. По императору это нелегкий человек, как император и пятерка меча. Это нелегкий человек, человек, с которым трудно, который грубый, даже жестокий, можно сказать, самодовольный, самовлюбленный. Посмотрим его мысли. А, карта сама вылетела, еще и две. Ну хорошо, я хочу брать по две. Рыцарь Пентаклей и четверка жезлов. Четверка жезлов все-таки карта хорошая. И его мысли о вас страстные. Несмотря на то, что он может обидеть. За словом в карман он не полезет. Но в то же время он заботится о вас. Как положено императору, он вас любит. И по рыцарю жезлов он, скорее всего, или уже деньги заработал. Или он экономит деньги, хочет отложить и хочет что-то вам купить хорошее. Это встреча, свидание, приглашение вас куда-то. И, может быть, он вам что-то приятное даже купит. В общем, встреча с мужчиной будет в мыслях у него вас увидеть, вас чем-то порадовать. Это уже хороший знак. Итак, его чувства. Именно на момент с просмотра. У нас паж Пентаклей и карта Шут. Паж Пентаклей сразу открывает дорогу к тому, чтобы что-то наладилось. Да? Паж – это поиск, хлопоты, какие-то радостные хлопоты, свидания, там такое все приятное. Конфетно-букетный период у кого-то, а у кого-то примирение. Карта Шут говорит, что у него в чувствах есть ощущение, что он хотел бы какой-то свободы. А он не любит быть обязанным кому-то. Но император, он не любит обязательства. Хотя император должен иметь обязательства, но он здесь не очень их имеет.
И карта Шут говорит о том, что он хочет, чтобы у него была жизнь без обязанностей. Вот, чтобы деньги были, но ему за это ничего не было. Вот такой он хитрый человек, да? Хитрый. Итак, а теперь его действия. Карта Солнце. Ура! Солнце и десятка пентаклей. Это очень хорошая карта. Я могу с уверенностью сказать, что после этого видео у очень многих людей сработает этот расклад как вызов мужчины. Он даст о себе знать, он позвонит, напишет, будет встреча. Готов вас вкладываться по полной программе, потому что десятка пентаклей – самая высокая карта. Готов вас любить, баловать. Карта Солнца, вы для него радость, Солнце. Вам, у вас с ним может быть долгая счастливая жизнь. Расклад вообще такой шикарный. И он показывает, что вы прошли с ним многое. Он во многом был виноват. Не раз вас обижал и не раз предавал, может быть, у некоторых. Ну, мы говорили о мечевых картах. Но стремится он к встрече. Четверка жезлов говорит, что даже вот в самые такие темные времени ваших отношений он все равно имел к вам любовь. Он, да, вот так, как любит, не умеет любить нормально, вот любит вот таким образом. Ну и рыцарь Пентакли, он не ленивый. Ну, если был ленивый, так уже не будет им. Единственная карта, которая здесь даже вот меня не так настораживает, пятерка меча, но было да прошло, как карта Шут. Карта Шут говорит, что он хочет выйти сухим из воды. Он не любит, когда его нагружают обязанностями какими-то, претензиями, этого он не любит. И у вас есть за что его упрекать, но он не хочет, чтобы вы его упрекали. Ну, я скажу, как есть. При следующей встрече он хочет, чтобы все было вот так вот радостно, знаете, чтобы вы обходили острые углы по карте Солнца, чтобы вы говорили вот о чем-то таком поверхностном, где-то такой small talk, десятка пентаклей, чтобы вы хорошо провели время. Ну, а там увидим. А там увидим, будут другие расклады, и мы будем с вами смотреть, что действительно будет дальше. Но сейчас показала действительно на сегодня, на сегодняшний день, как обстоят дела. А будем смотреть в других раскладах, как действительно будет складываться между вами. Друзья, если вы меня не знаете, давайте познакомимся, если вы не против. Если вы уже слышали не раз, кто я, то не смотрите этот эпизод. И увидимся на моих следующих видео. Я Лена, я с Украины, живу я в Канаде уже очень давно. И здесь Ванкувер, прямо под лесом, опушка леса. Через дорогу у меня прямо лес. И я мальфарка, то есть человек, который через силы природы общается со Вселенной и передает вам послание Вселенной. Это очень интересно. Потому что невидимый мир есть. Если он невидимый, это не значит, что его нет. Я могу общаться с ангелами, с духами. Я астролог. У меня даже есть курс по астрологии. У меня был очень мощный учитель по астрологии и по Таро. Очень ему благодарна. Он скотландец сам. И я могу вам помочь во многих отношениях. Читаю карты я моим методом, потому что я классический гомеопат, и метод исцеления души и тела. Это мой личный метод. Я использую метод гомеопатии, подобное лечит подобное именно в моих работах. Поэтому многие находят, что мои видео очень целительные. Это правда. Если вам я помогаю, это здорово, это моя цель. Я очень рада. У меня много подписчиков, и у меня обязанности помогать моим подписчикам. Поэтому у меня нет клиентов, и мне никто ни за что не платит. Я независимый, вот здесь ваш консультант. Работаю чисто высшие силы, ангелы и компьютеры, все. У меня нет никаких ассистентов, помощников, никогда не было. Я буду благодарна за лайк и за то, что вы поделитесь моими видео в соцсетях.
Благодарю. Это благородно сделать, это ничего не стоит. Но если у вас есть какая-то копеечка, ну, я понимаю, что лишнего ничего никого нет, но там $1-2 в месяц, чтобы спонсировать мою работу, чтобы я продолжала работать для вас. Потому что, еще раз говорю, у меня нет клиентов, и я не делю свою энергию между заказанными раскладами и общими. Поэтому я в общие расклады всю энергию вкладываю. И вы, наверное, это чувствуете. Можно сделать донат у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео или о канале. Или можно стать спонсором канала. От души благодарю. Желаю вам счастья, много денег, любви, всего самого лучшего для вас. И я знаю, что я вам еще пригожусь. Это значит, что мы скоро с вами увидимся. Пока, мои дорогие.